Национальное шоу России «Кострома» показали в Большом зале Русского театра в рамках Дней культуры области в Дагестане. Его представил самый известный и самый главный творческий коллектив дружественного региона – Национальный балет «Кострома». Это хореографический рассказ об исторических событиях российского государства, о главных вехах истории страны, ее героях и незабываемых традициях, о сказочных былинах и мотивах. Программу уже посмотрели зрители 30 стран мира, в восторге и дагестанские зрители. Между нашими регионами сложились дружеские и деловые отношения. Мы сегодня обсуждали развитие плана дальнейших действий по реализации соглашения о социально-экономическом развитии. У нас много чего общего, и об этом говорилось также в фильме. Но деловые связи – это еще не все. Мы все прекрасно понимаем, чтобы два больших коллектива дружили, необходимо и потанцевать вместе, и попеть вместе. Тогда действительно появляется сообщество, которое уже никогда не разорвать. Я напомню, в прошлом году с руководителем республики мы подписали соглашение. Оно реализовывается. Сегодня мы обсуждали вопросы, связанные с развитием туризма. Очень бы хотелось, чтобы ребятишки из Дагестана побывали в Костроме, увидели историю древнего Костромского края, чтобы ребята из Костромской области могли побывать здесь. Я думаю, на самом деле не хуже не отдохнуть, чем в Крыму или в Сочи, на благодатных берегах Каспия.